Искусство милосердия. Инициаторы акции под таким названием подводят первые итоги. Количество собранных за 3 месяца пожертвований и средств от продажи картин перевалило уже за 3 миллиона гривен. Кого уже удалось спасти на эти деньги, видели наши корреспонденты. Аукцион картин из коллекции Международного благотворительного фонда Александра Фельдмана вызвал большой интерес общественности. Ведь средства от продажи картин пойдут на благое дело. Для развития Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных, Центра психосоциальной реабилитации, Центра спасения диких, экзотических и домашних животных «Добрый дом» и Центра реабилитации рукокрылых. Человека поддержать – это всегда благородно, а животное вдвойне. Поэтому, если не мы, то кто? Поэтому видите, что здесь на выставке... практически все члены Союза, работы, которые представлены, наша громадная организация. Всеукраинская акция под названием «Искусство милосердия» стартовала в мае и не оставила равнодушной сотни людей. Очень много людей понимают, что небольшой каплей, небольшой работой можно сделать очень многое. Мы так получилось, что первые деньги мы направили на спасение самих животных, а дали деньги на спасение домашних животных, на их стерилизацию, на их уход, на их раздачу по семьям. Мы спасли больше 30 пеликанов. Вот этих 30 еще не оперившихся розовых пеликанов в Фельдман Экопарк привезли волонтеры. Птенцы уже прошли карантин и освоились на Лебедином озере. И мы теперь делаем все для того, чтобы сохранить этих малышей, выкормить. Потом в будущем мы начинаем среди этих озер делать острова искусственные. Мы надеемся, будут созданы пары, будут выводить малышей. Потом этих малышей мы уже будем выпускать в природу. Здесь же пара спасенных аистов, на которых натравливали собак. В рамках программы сохранения редких видов фауны из Днепра в экопарк приехала пара грациозных африканских венценосных журавлей. Они живут у нас в большом вольере, и есть надежда на то, что они, конечно, будут нам приводить малышей. Это взрослая 5-летняя пара. Хорошая пара. Принять участие в акции «Искусство милосердия» может каждый желающий. Лоты выставлены на сайте Фельдман Экопарка. Средства направляются на разные программы. К примеру, купив вот это полотно, вы поможете детям с редкими заболеваниями. А от продажи картины под названием «Лабиринт» деньги пойдут на спасение краснокнижных рукокрылых. Полотна украинских художников теперь будут выставляться по всей стране. Выставка пройдет и в столице. Обещают и благотворительные концерты. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал «Интер Харьков».